Доброе утро! У нас прекрасная погода сегодня, солнечная, завтра будет солнышко. Всем привет! Мы в Санкт-Петербурге, сегодня 23 сентября, значит, сегодня мой день рождения. Сегодня встреча с подписчиками, и мне будут сейчас делать макияж, я поэтому не накрашена. В общем, мы заселились в отель W, и здесь есть ресторан Ко-Ко-Ко. Это ресторан жены Шнурова, Матильды, с авторской кухней. У нас здесь будут завтраки по утрам. Спасибо всем, кто пришел. Очень трогательная встреча. Мне сделали макияж такой в стиле Никс, красивый очень. И много девочек пришли, пофотографировали, столько подарков надарили. Я не организовываю встречи ради подарков. Кто-то там пару раз писал мне, это бред. У меня, в общем, так совпало, что сегодня день рождения и плюс ко всему встреча. В общем, очень круто. Санкт-Петербург, спасибо. Нам представили охранника, и я чувствую себя шишкой. Вова, мы крутые. Я знаю, что меня в номере должен ждать сюрприз, так как звонили с ресепшена и спрашивали у Вовы, правда ли, что у меня день рождения сегодня. Отель поздравил нас очень круто. Мы пришли в номер, у нас здесь и шары, и шампанское, и десерт. Это, конечно, крутяк. Еще и надпись, вот эти буквы вырезанные. Happy birthday. Хочу сказать всем огромное спасибо за поздравления. Я даже не показывала вам, как я выгляжу. У меня, в общем, вот такое вот платье из эко-кожи Zara. Затем это из Lady Collection. Чокер на шее. Очень классно сейчас в моде такие вот чокеры со стразами. Наверное, камера не передаст эффект моих колготок. Знаете, они как лосины. Раньше были в 90-х такие, знаете, лосины. Прикольные. Вот это колготки в Кальзедоне продаются очень крутые. Хочу вместе с вами посмотреть, что мне здесь надарили, потому что столько всего. Подарили мне чемодан для ручной клади. Написано «Женя Гейн». Представляете, как круто? Посмотрите, какие красивые цветы подарили Никс. Вообще молодцы. И давайте вот так вот постепенно перебираться к подаркам от вас, от дорогих моих зрителей, которые пришли навстречу. Ой, столько всего, девчонки. Очень приятно. Я вижу, что здесь уже макароны. С днем рождения, дорогая, милая Женя. Спасибо тебе за все. Ты самая лучшая, Седа. Я помню тебя, Седа. Ты такая красивая. О май гад. Посмотрите, какой красивый кулон. Я с удовольствием буду носить этот кулон. Может быть, он что-то обозначает. Я не знаю, что он обозначает, но он невероятно красивый. Вот в таком пакетике Organic Shop.
был кондиционер, бальзам восстанавливающий для волос. Спасибо, очень приятно. Ваше внимание, оно просто бесценно. Смотрим дальше. Здесь конфеты Рафаэлло. Балуйте вы меня, девчонки. Вот шоколадка Риттер Спорт, белый шоколад. Серьги красивые, Леди Коллекшн. Дорогая Женя, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо тебе за твое творчество. Желаю всегда блистать так, будто на тебе все хайлайтеры мира. Целую, обнимаю, Алена. Боже, Алена, спасибо огромное. Какой замечательный пакет. Петербург, я тебя люблю. Кстати, это Холика Холика. Очень классный бренд. И маска для лица тканевая из Асаи, Тели Мегриер Энджел, какие-то звездочки. Видимо, что-то это либо пробники духов. Кстати, у меня был такой парфюм, один из любимых моих. Альгидная маска с древесным углем. Очищение для лица и глаз. Умывалочка, боже, ну спасибо. Smashbox, блеск для губ. Девчонки, это очень дорогие подарки. Зачем вы такие дорогие подарки дарите? Лак от Essence. Спасибо. И открытка. Дорогая Женя, спасибо тебе за все. Все твои видео – это настоящий кайф. Пересмотрела каждое твое видео. Ты невероятный, добрый, очень красивый человек. Оставайся всегда такой. From Санкт-Петербург. Happy birthday. С днем рождения. Всего самого-самого хорошего. Люблю. Твоя преданная подписчица. Собачка Beauty, нижнее подчеркивание блог, нижнее подчеркивание АК. Я, конечно, в шоке. Я вот открываю коробочку София, и в коробочке вот такой красивый кулон с ангелом-хранителем. Очень дорогие подарки, и мне аж неловко. Но приятно, конечно, и такой красивый кулон. Посмотрите, что был ангел настольный. Посмотрите, какой красивый. Очень красиво. В другом пакетике были вот такие красивые серьги и браслет Love. В следующем пакете прям Петербург-Петербург. О, пряник. Чисто сувенирные такие подарки из Санкт-Петербурга. Магнит. А как давно в Питере дождь? Прикольно. И шоколад. Дорогая Женечка, поздравляю вас с днем рождения. Пусть ваша жизнь будет наполнена весельем, радостью, зефирным небом, чистым воздухом, с карамельным привкусом. С уважением, ваша подписчица Анастасия. Приезжайте в Петербург почаще. Спасибо огромное. Очень приятно, честно. Еще на встречу приходила девушка. Она сказала, что она работает в IKEA. И эта свечка из IKEA, она с бергамотом, что она ей очень-очень нравится, эта свечка. И она вот захотела подарить ее мне. Спасибо большое. Очень приятно. Я люблю свечки. Еще один очень крутой подарок. Это пальто. Прикиньте, мне подарили пальто. Такого красивого цвета. Розового, именно такого грязно-розового цвета. Ой, какое оно красивое. А посмотрите, какой подклад. Шикарный. Это бренд, эта девушка создала собственный бренд, и она говорит, что смотрит меня уже очень давно и очень хочет подарить мне пальто, что они его сшили чуть ли не специально. И, блин, я в шоке. Я не могу просто поверить своему счастью, что у меня такие прекрасные подписчики. Спасибо вам, девочки. Еще девочка подарила спиннер. Вдохновилась моим видео про макияж спиннера. В общем, спасибо вам за совет. Мы пришли в ресторан Duo Gastrobar в Санкт-Петербурге и заказали здесь всего по чуть-чуть. В общем, наша скромная компания. Ребяточки, привет! Так, здесь авторская кухня. Рассказывайте, это у нас... Это буррата. Буррата. С томатами и галенами. С петрушкой. Это из тунца что-то, да. Что-то. Сашими. Ну, не сашими, он сказал. Салат или не закуска с маринованным тунцом. Вот это очень, да. Это крабовые брускеты. Ты видишь? Оливковая паста, в общем, там динамбур, да. Спасибо! Принесли легендарный десерт из этого ресторана, чернослив в соленой карамели. Ребята, вот этот десерт с черносливом очень вкусный. Он стоящий. Теперь пробуем другой десерт. Здесь сыр горгонзола, тертый сверху, и что-то еще. Он не как десерт. Да.
И потом такой послевкусие сыра, да? А, ребята, мы плавно переместились в полторы комнаты. И здесь просто суперские вкусные коктейли. Заходя в это маленькое окно, здесь маленькую полторашку, я смотрю какую-то алкашку, вот она здесь. Ей же больше 40, а мне чуть поменьше, я скажу, ака! Наши следующие коктейли. Красивые какие, с перчиком. Всем доброе утро. У нас потрясающая терраса с красивым видом. И еще раз повторюсь, что нам так повезло с погодой. В Санкт-Петербурге очень солнечно, 17 градусов тепла. Наслаждаемся видами. Сегодня мы встречаемся с Викой Портфолио. Вы ее знаете. Красавица из Санкт-Петербурга. Двое деток, прекрасный муж, семья. Вика пригласила нас погулять. Вот я уже сказала, что мы встречаемся с Викулей. Я тоже, кстати, в своем влоге сказала об этом. И сказала, что мы с Женей встречались несколько лет назад, и чтобы вы посмотрели мой старый влог и оценили, как мы с Женей изменились. Кстати, надеюсь, в лучшую ссылку сторону. Ссылку оставить, да. Мы как раз, я помню, Вика встречала в аэропорту, и тогда Вика была беременная. И она пила кофе без кофеина, Starbucks. Ничего себе, ты так помнишь. Я так запомнила этот момент, думаю, блин, так клево вообще. И Вика мне, как бы, мы первый раз встретились, Вика предложила меня забрать из аэропорта и отвезти на встречу со зрителями. Было очень приятно, и вот мы встретились снова. Спустя много лет. Да, 2 года, да, уже прошло? Ну, больше. Больше, да, даже больше. Да, Злате 3 будет осенью, все. У Вики такой шикарный потолок в машине. Это космос. Я такого никогда не видела. Куда едем? Мы едем на яхту. Я ребят пригласила на яхту, чтобы мы посмотрели на город с воды. На осенний Петербург с воды. Супер. Очень красиво будет. Вау, это просто шикардос. Да, и звездочки тут тоже. Очень круто. И красиво, да еще как. Так. Надпись вообще шикарная. Супер, так красиво, Вика. Да. Вообще шикарная яхта. Кухонька. Что ты здесь готовишь, расскажи? Кофемашины. Ну, на самом деле, ничего. Там фрукты помыть можно, ягоды, сыр. Класс. Сыр разложить на тарелочку. Супер. Так. Спускаемся. А сколько комнат здесь? Одна? Четыре. Или четыре? Да. Четырехкомнатная квартира на воде. Ух ты. Это называется хозяйская спальня, потому что она находится в центре яхты, то есть, чтобы меньше всего качало. Угу. Кайф. В общем, да. Так, бассейн. Давай ванну тоже у нас. Ну, не ванная, душ, да. Кстати, вот широкая, в общем, туалет. Все как в квартире. Зачем в этом? Все как в квартире. Это детская? Это детская. Ух ты, тут две кровати. Да. Посмотрите. Круто. Очень круто. Да, да. Все, видите, как все открывается, нажимать вот так вот. Ну просто ручка убрана, чтобы безопасность была. Как в доме на колесах. Вот так, да. Это тоже можно, да? Угу. Да, это тоже классно. А потому что она на носу и трясет ее больше, чем ту, но. Красивая, тоже красивая, мне нравится. Вообще прикольно, да? Спасибо, Вика, что ты нас вытащила погулять. Новые впечатления, да. Да, мне нравится. Еще времени побольше было бы у меня и у вас. Да. Вообще красота была. С этим проблема.
очень классный был день. Вика показала нам Санкт-Петербург с другой стороны, именно с воды. Очень понравилось. Еще плюс классная погода, солнечная. Не было холодно абсолютно. В общем, мы теперь приехали в аэропорт и зашли. У меня же есть карточка Priority Pass, и я стараюсь вам всегда снимать эти бизнес-лаунжи. Сейчас в Пулково. Это бизнес-лаунж Mercedes, на нем написано, или Mercedes. В общем, напротив Аэрофлота бизнес-лаунжа, но нас сюда не пустили, потому что обратно мы летим Аэростаной. Если бы мы летели обратно Аэрофлотом, то нас бы по Priority Pass, вот по черной карте, пустили туда. Говорят, там лучше лаунж. В общем, нас не пустили, мы пошли напротив, и напротив нас пустили. Я вам сейчас покажу, что здесь есть внутри. Довольно-таки скудненько, но неплохо, в принципе. Какой у тебя компашки, как наш сосед? Наш сосед. Где все на него оформляют, потому что на себя нельзя. Да, вот суп куриный, зернышки, холодильник, кофемашина, холодильник, вот овощи нарезанные, фрукты и кое-что из горячего. Всем привет, мы вернулись домой и, представляете, прилетаем утром рано, и в Алматы 3 градуса. Всего лишь 3 градуса. Мы так замерзли, приехали домой. Дома холодно, потому что дом остыл. Уже осень, и теперь нужно только отапливать. Днем еще более-менее, на улице, в принципе, тепло. По вечерам, по ночам вообще мороз. Мне очень понравился Санкт-Петербург. Говорят, что именно когда мы были самые теплые дни. Наверное, за все лето. Можете представить себе? Нам повезло с погодой. Мы успели погулять, не успели сходить во все места, которые мне писали вы в Инстаграм, когда я спрашивала. Я оставлю список мест, которые вы мне советовали посетить в описании под этим видео. Если кому-то интересно, вы можете по списку пройтись, если кто-то летит в Санкт-Петербург, и посетить какие-то заведения. Я прям скопирую тексты, которые мне девочки-подписчицы писали из Санкт-Петербурга, и ставлю в описании под видео эти места. Где-то здесь вам нужно нажать на колокольчик на экране, потому что видео теряются, сейчас какая-то новая заморочка в YouTube. Если вы не нажмете на колокольчик, то вы не узнаете, что вышло новое видео. А если нажмете на колокольчик, вам будут приходить уведомления, что на канале вышло новое видео. Вам так будет удобнее, вы будете уже знать об этом. Поэтому нажмите где-то здесь на колокольчик. Вот, что-то еще хотела. А, еще хотела сказать вам по поводу макияжа, вот недавнего, предыдущего, который я снимала. Макияж Ники Минаж спиннером. Это был макияж не просто так. Я снова участвовала в конкурсе от NYX. Это был чисто закрытый конкурс для блогеров. Он как бы не оговаривался вслух. В общем, нужно было сделать макияж спиннером. Многие из вас посчитали эту идею бредовой. Кому-то понравилась идея, ну, в общем, я это сделала для конкурса. И я не знаю, выиграю я или нет. 30 числа результаты будут. И если я выиграла, я вам сообщу об этом в сторис 30 числа. Надеюсь, мне сообщат как раз 30-го. Если 30-го я вам не сообщу, то 1-го ждите в Инстаграм. Результат я вам сообщу в сторис. Что ж, буду прощаться с вами. Я надеюсь, вам понравился этот влог. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.